Маме Галине цветочки посадила. Мама Галя вчера. Тут он у нее красотень. Вот. Не знаю, только Боря, наверное, будет их выкапывать. Да? А тут кто у нас хвостом машет? Да? Кто? Да, это наши товарищи. Хвостом махательные. Вот. Дон ушел к себе домой, освоил будочку. Да. Что-то, говорит, папа меня зовет, что ли? Сейчас я, говорит, выйду, поздороваюсь с папиком. Дональд, как у тебя дела? Все хорошо? У нас дождик, караул. Там он будку шатают. Нет, не пойду, говорит, я на улице. Слякотно. Да. Уралочка вон лежит, балдеет. В общем, все заняты своими делами. Тут у мамы Гали тоже цветочки. Горшочки ждут своего часа. Добряк у нас что-то приболел. Да. Добрюня. А, Добрюня. Ты что приболел? Ну, плохо кушает. Нет. Может, на погоду среагировал. Может, еще что-то. Непонятно. Вот. Ладно, давай, отдыхай.